Всем привет! Это видеообзор пасты фирмы Trixie. Это паста из печеночного паштета. Пахнет безумно ароматно, очень вкусно. Сама думаю, как бы не покуситься на нее. Значит, в тюбике 75 грамм. Она не содержит сахара, не содержит глютена. Коту понравилось очень. Я сейчас продемонстрирую. Значит, эта паста содержит в себе много туарина, а туарин, как мы знаем, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему котов. Он им жизненно необходим в определенном количестве. Значит, вот так выглядит паста. Печёночный паштет. Спросим специалиста. Мэнсон сразу расправляется с пастой. Спасибо вам за внимание.